Всем привет, с вами Ярик Лапа, и мы, конечно же, продолжаем играть Небесный Блок. Карта на выживание. Ну, я остановился на этом месте, по идее, больше ничего не делал. Конечно же, нужно сейчас добывать булыжник, да, развиваться, побольше достать булыжника. Здесь я планирую где-то поставить воду. Воду, да, не просто воду, а как бы бесконечный источник воды. Да, наверное, где-то здесь. Как вы думаете? Дело в том, что мне нужно землю еще собрать, последний блок. Или же сейчас как-то умудриться землю взять, добыть. Даже не знаю, если честно. Так, чтобы, конечно, и не потерять. О, нет, что я сделал? Что я сделал? Нет, не посмотрел. Нужно было посмотреть, что здесь один блок. Ладно. Ошибка есть, это плохо. Это очень плохо. Эх, плохи дела. Ну, как бы не очень плохи. Но все же я считаю, что один блок — это все равно потеря. Здесь каждый блок очень ценен. Очень, просто супер очень ценен. Так, ну давайте сейчас сделаем, так сказать, бассейн воды, бесконечный источник. Я сейчас чуть-чуть наберу булыжника, ну, сколько смогу, конечно. Так, есть. Давайте где-то вот так вот встану. Я надеюсь, я не загорюсь. Нет, вроде как не загорелся, это хорошо. Потому что, ну, сгореть просто легче простого. О, солнышко встает. Красотень. Так, есть немного булыжника. Сейчас беру вот это. 34. Хорошо. Так. Ну, давайте тогда здесь и будем ставить. Где-то вот прям здесь можно, по идее, да. Я считаю, что прям вот здесь так можно и ставить. Ну да. Сейчас еще. Ой. Не так, так. И теперь берем где-то вот так. Теперь вот так. И так. Ну, что-то типа того. Да. Да, ну давайте будем экспериментировать. Хотя какой эксперимент? Особо-то выбора-то нет. Нужно делать, да и все. Так, забираем водичку. Давайте ее сюда. Ставим лед, разбиваем. И вуаля! У нас бесконечный источник воды. Это хорошо. Давайте возьмем. Так, ну харе гореть, харе. Не нужно такое делать. Так, водичка есть, это, конечно, хорошо. Но не все хорошо. Работать. Вот так. Хорошо. Так, ну сколько? 14 кусочков. Ну это вообще мало. Это же вообще мало. Давайте будем вот так вот. Чтобы вообще ничего не потерять на этот раз. Потому что это не очень хорошо. Так, а здесь... Почему? Лед, это нехорошо. Вот так вот. Так. Давайте вот так. Так. И вот так. Вот так, да. Так, ну территория, конечно же, получше. Согласитесь. Как ни крути, водичка есть. Бесконечный источник. Дерево растет. Только сейчас я... Здесь расширить территорию, чтобы если вдруг что-то упадет, я его быстренько подниму. Вот так. Так, еда. Еда, да, еще еды нужно. Короче, работы немерено. Просто вот так немерено работы. Ну ничего, справимся. Еще нужно кроватку поставить. Эх, да-да-да-да. Ну и кроме кроватки еще нужно же домик какой-то построить. Да, иди ко мне, иди сюда. Так, хорошо. Давай. Булыжник.
Сколько же тебя еще нужно-то? Я здесь буду очень много времени проводить. Очень. Просто очень много. Так. О! Так. Забираем и... Ой, ты чего? Иди сюда. Так, давайте будем пробовать еще на один уровень. Вот так вот. Так. Так. И здесь тоже. Где-то здесь вот так вот. Ну, как раз. Нужно еще. Еще на два блока. Короче, ого, сколько нужно. Так, ну, я буду добывать. И... Вам покажу, сколько я уже добыл. Надеюсь, ну, минимум 30-ник будет. Так, и последние блоки остались. Кирка практически ушла. Да, все. Эх. Да. Нужно, конечно, дерево побольше. Так, ну давайте, давайте будем ставить. Расширять территорию, так сказать. Ведь чем шире территория, тем безопаснее, да. Не хотелось бы, конечно, вот так прыгнуть. Вот так взять и прыгнуть. Да, не хотелось бы. Можно, конечно, было бы еще и здесь нормально сделать. По-человечески, так сказать. Проходик такой небольшой. Ну, чтобы, ну, как бы нормально все было. Так, ну, территория, как ни крути, уже получше. Так, ну, давайте. Будем добывать дерево. Второе дерево. Я надеюсь, саженец я не упущу. На этот раз вообще не один. Вообще так не один. Ну, хотелось бы, конечно. Яблочко упало, это хорошо. Яблочко это всегда хорошо. Так, давай. Ну, давай. Я все же жду, и только один саженец дуба. Очень плохо. Я не знаю, может быть, всего один и падает. Но все же я жду. Нет, больше нет. К сожалению, больше нет. Жаль. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Главное, что, ну, дерево есть, как ни крути. Да как ни крути, дерево есть. Ладно, давайте я положу сюда. Сделаю себе сейчас кирку. Да. Нужно было бы кирку, конечно, сделать, вот только проблемка. Придется с дерева делать. Да. Потому что я не оставил булыжника. Моя ошибка. Моя ошибка, что я не оставил с булыжника. Так. Так. Давай еще один. Так, ничего больше не упало. Нет, больше ничего не упало. Что-то мне второй раз уже попадается одно яблоко и один саженец дуба. К сожалению, маловато. Вот, маловато, да. Ладно. Это как бы, ну, не сильно катастрофически. Давайте вот так вот сделаем. Вот так. Так. Сейчас поставим. Вот так вот. Дальше я сделаю вот так вот. О, снег пошел. Ого-го. О, второй саженец. Второй саженец, ребята. Это супер. Это супер. Все-таки упал второй саженец. И это очень даже прекрасно. Так, давайте мы это все сложим. Так, а, подождите, подождите. Кирку нужно еще сделать быстренько. Так, есть кирка. Это будет как бы запасная кирка. Пусть она лежит, я ее даже трогать не буду. Палочки тоже отложу. Саженец отложу один, а один посажу вот в этом же месте посажу. Пусть здесь будет. Так, ну, неплохо по идее. Потихоньку-потихоньку развиваемся. Я здесь уже поставил бесконечный источник как бы водички. Что действительно поможет нам. Я сделаю... Короче, сделаю вот так вот. Я хочу добыть всю землю. То есть вы поняли, да, что я имею в виду? Я как-то проберусь вот вниз.
да, поставлю там площадку с булыжника и просто буду добывать всю землю, чтобы нормально сделать, потому что здесь как бы часть земли, часть булыжника. Ну, как-то некрасиво вышло. Ну, я думаю, вам и так все это ясно. Так, давайте сейчас. Так, 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 так. Ну, по идее, можно было бы, конечно, поставить еще одно дерево. Вот так, если взять, да? Ну ладно, ладно. Некуда пока спешить. Не буду никуда спешить. Есть. Отлично. Отлично. Дерево подросло. Это хорошо. Давайте его будем добывать. Немного ускорили, так сказать, работу. Все-таки развитие нужно делать по максимуму. Да, по максимуму нужно все делать. И время ведь тоже важно. Так, ну и смотрим. Может быть, еще где-то саженец упадет. Будет суперски. Будет суперски. Я еще, ребята, без вас постараюсь добыть булыжника по максимуму, чтобы вам уже показывать максимальный результат. Вот так, есть еще саженец. Это суперски. Давайте отложим. Так, возможно, еще какой-то саженец упадет. Да, добуду максимально булыжника, где-то 64, а может даже 2 по 64, да, сделаю. И третью серию по небесному блоку вам уже будет, ну, намного интересней. Отлично, смотрите, сколько я уже достал. Это же супер, а я так боялся, что у меня будет мало саженцев дуба. Ведь без дерева здесь просто выжить нереально. Но все же, я считаю, вот смотрите, смотрите сколько. Это супер, супер, как это же важно. Как это важно собрать столько саженцев дуба. Я тогда смогу поставить, не знаю, целый лес. Целый лес. И дерево будет море. Это шикарно, это шикарно. Можно сказать, даже мне повезло. Потому что если бы у меня был только один саженец, и я его потерял, все. Все, можно сказать, что я просто проиграл, и нет смысла продолжать играть. Да, потому что без дерева здесь, ну, невозможно. Невозможно. Так, давайте сюда отложу. Супер. Супер. Это шикарно. Давайте подождем еще. Может быть, еще что-то упадет. Было бы, ну, как бы, ну, вообще уже. С одного дерева примерно 4 упало. Так, уйди. Ну, больше ничего нет. Ну хорошо, буду я тогда приступать к добыче булыжника и подготовке, так сказать, к третьей серии. Потому, ребята, не пропускаем новые серии, ведь дальше все больше и больше интересного. Спасибо за просмотр, до новых встреч!